саженцы готовы, лопаты раздали и вперед на озеленение пешеходной дороги к храму. Спонтанный субботник организовали сергиево-посадские волонтеры-экологи, сотрудники администрации присоединились. Глава округа Михаил Токарев первым делом высадил изюминку этого сезона – желтую сирень. Она украсит пешеходную зону к летнему концертному сезону под открытым небом, который скоро здесь начнется. Мы высаживаем клен генала на нижней части дороги к храму, высаживаем кустарник двух цветов на клумбе. И дальше у нас там тоже клумба, три желтых сирени. Всего около 40 новых саженцев теперь будут расти на дороге к храму. Поддержали музыкальную тему и новыми объемными клумбами. В форме рояля, арфы и балалайки. Клумбы-инструменты украсили петуньи и бегонии. Екатерина Фурсова, Дмитрий Зайчиков, Иван Лупанов. Программа «События».